Губернатор провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в режиме видеоселектора. Погода каждый день преподносит сюрпризы от аномальной жары до ливня и смерчей на побережье, отметил глава региона. Поэтому экстренные службы должны находиться в режиме полной готовности и вести круглосуточный мониторинг ситуации. Сюрпризы погоды могут быть абсолютно разные. Ну, давайте готовиться к противопожарным всем мероприятиям, противопаводковым мероприятиям. Давайте готовиться в случае, если смерч выйдет из моря на сушу. Ко всем проявлениям сегодня погоды мы должны быть готовы. Каждый из вас знает, что делать. Отработано все должно уже до мелочей быть, как часы работать. Но тем не менее, еще раз проверьте все. Соберите своих всех помощников. И еще раз подчеркиваю, вот здесь нельзя недооценивать ситуации. Они разные. Поэтому, мы должны быть к ним всегда готовы. По прогнозам, жаркая и ветреная погода продержится всю следующую неделю.